растут те самые бумажные цветочки, которые так давно хотели попасть снова на канал YouTube. Вообще, мой котишка, вот он опять тут собрался, наглым образом стырил белый цветочек, помял его и потаскал, еле нашла. Возможно, слышно, как соседи снизу, сверху, к сожалению или к счастью, у меня крыша. Соседей нет, чердак, на котором я ни разу не была за всю свою жизнь, свои 32 года в этом здании. Практически все уже куда-то выезжала, всегда была дома. В общем, возможно, слышно беготню соседей снизу. Тикают. Слева по борту елочка мигает своими огонечками. Но я думаю, ее эффект тут как никак не скажется в плане света отражения. Кажется, кот понял смысл своего счастья, что я тут, и собирается напасть на елочку. Пока что он дерет ковер на полу, и на ковре, и на полу, и на стене.
не видите. Но, возможно, слышите. Ёлке пока повезло. Но столу, что рядом с диваном, не очень. Особенно скатерти. Подскажите, что я сейчас делаю? Сама не знаю. Вчера меня укусил беспорядка. Я выкинула, вынесла огромную стопку, папку журналов музыкальных за 2004-2006 год. Как раз один из них я как-то листала в роли АСМР, вся на кухне, Fatal Forum, что ли, что-то такое. Белая сеть магазинов, где есть вкусный шоколад молочный с миндалем целым или фундуком. Внезапно булькает живот. Интересно, было слышно на камеру или нет? Друзья, Пушкин.
полки с коллекцией моей маманы. Ее, она выражает современным языком, фанатела от Пушкина и всего, что с ним связано. Я даже работу какую-то писала. У нас был в школе, в классе 8 клуб. Такой типа факультатива литературной НКШП. Пушкин наоборот. По какому-то его приятелю написал какую-то работу. Печать домашней библиотеки. Пожалуй, я мамину коллекцию по Пушкину все же оставлю себе, когда перееду в свою однокомнатную квартиру. Надеюсь, не позднее лет. Котик. Конечно, не замечала, сколько я времени тратичу. Возможно, закончится запись, а я с вами даже не попрощалась. Но вы воспринимаете это как? Вы за кем-то наблюдаете? Тут как-то все сильно в разнобой, и рядом с Пушкиным стоят книжки совершенно не по Пушкину. Но я надеюсь, шаловливые ручки, что периодически были летом этого года у нас дома, все же не уволокли Пушкина и же с ним с собой. Иначе этому человеку будет очень плохо. И не надо говорить, что я злая и вредная. Я считаю, что не надо плевать против ветра. Еще я не люблю, когда за меня что-то решают и навязывают мне свое мнение или желание. Причем навязывают так, что иногда даже на общее. Я не буду ни делать то, что от меня хотят, а я не хочу против своего желания не оправдываться. Только что стук пошатался, вернулся обратно. Но главное, он мешает как бы моей записи, но шевелит хвостом от недовольства. Я считаю, что первого числа какого-то там месяца он родился, ему стукнет полгода. И где-то в середине, наверное, после этих зимних праздников, потому что я не знаю, как ветеринарка работает, вообще надо узнавать, почему у нас эта кастрация, где ее лучше проводить. Я понесу его
башни. Может быть, стоит попрощаться. Я сегодня жутко устала. Я утром была собачка. Еще 3 часа.